А сейчас мы пообщаемся с Ларисой Коваль, узнаем, как ей мероприятие и как настроение. Ларисочка, здравствуйте еще раз. Скажите, как вам вообще мероприятие, как организация и как наши королевны, я не знаю, как по-другому сказать, красавицы? Я хочу сказать, мероприятие очень хорошее, грандиозное у вас мероприятие. Добрый вечер. Я очень благодарна, что мы приехали на это мероприятие. И я очень довольна всем и девочками, которые выступили на конкурсе «Мисс Иная Реальность». Меня зовут Рустам. Очень хорошо. Хорошая, позитивная атмосфера, да. И мощная еще от того, что здесь много эзотериков, маги, целители, колдуны. Здесь большая мощность. Вы у нас тоже очень сильный маг, молитвотерапевт, да? Вы лечите и помогаете людям вылечить, так скажем, душу, да? Вот немножечко можно поподробнее об этом узнать. С какими вопросами к вам больше всего приходят люди? О чем просят помочь? Я скажу так. Я сама целитель высшей касты по цыганской магии. Работаю я более чем 30 лет, занимаюсь этой миссией. Да. У меня дар по двум линиям. По маминой и по папиной. По маме я болгарка, по папе я цыганка. И хочу сказать, что я занимаюсь всякими вопросами, которые ко мне люди обращаются, и только по белой магии, по черной магии я не занимаюсь. То есть вы делаете все во благо человеку, да? Вот именно, что я делаю только по белой, помогаю от души, от сердца, молитвами, заговорами, да. Это по черной я не занимаюсь. То есть, если к вам придет какая-то девочка и скажет: «Ой, не могу, люблю, сделайте приворот», то есть вы никакие, вам не нужны никакие деньги, я так понимаю? Если это ее судьба, и она должна быть с этим человеком, то я смогу ей помочь. А если она попросит, чтобы делать приворот, то я никогда не берусь. Это очень опасно, во-первых, для нее, потом опасно для меня, то, что я это делаю. Я буду виновницей в ее жизни. Те люди, которые, например, посмотрят наше видео, они же могут как-то вам позвонить, написать. То есть вы принимаете всех, да, без исключений, так скажем? Я принимаю всех и со всеми работаю, с различными заболеваниями, с венцом безбрачия, бесплодия. С бесплодием я работаю, если они мне приносят бумагу с больницы, что у них там ничего не получается, допустим, есть такое, что в больнице говорят, что там они, у вас бесплодие, вы не можете рожать. Они приносят, я пересматриваю полностью все это, и потом я начинаю по своей методике заниматься с ними. Значит, у них колдовство какое-то было, или проклятие на их отробье внутри, и я вот это помогаю. От алкоголизма помогаю. Даже алкоголизм без согласия пациента по фотографии. Даже это я делаю. Да. Псориаз, детский испуг, панические страхи убираем. Разные кожные заболевания. То есть с любым вопросом можно к вам обратиться, а вы уже посмотрите именно, каким образом помочь человеку, правильно? Спасибо. Вот именно. Ну и тогда, наверное, нужно будет сказать нашим зрителям именно о том, что Лариса Коваль всегда будет рада помочь, выслушать вас, телефоны и все ее ссылки на соцсети вы найдете внизу под этим видео. Обращайтесь.